Училась, ура! Обучилась. Давайте такой тут не тут. Этот стенд установлен при входе на бумажную фабрику. Фабрику Федора Ивановича Блока, родственника известного поэта Серебряного века Александра Александровича Блока. Цель, которую несет этот стенд, это рассказать жителям и гостям нашего поселка о том, в каком знаменательном месте они находятся. Это знаменательное и историческое место. Каждом населенном пункте можно говорить много. И тут то, что сделал сейчас вот инициировал Михаил Андреевич, я думаю, что это будет примером для других. Каждому, мне кажется, кто живет на своей земле, он должен гордиться ей и должен знать свою историю. А как историю можно, как бы, ее? Это просто нужно искать. Это просто искать, искать, искать. И большое спасибо вам, Михаил Андреевич, за ту работу, которую вы проделали, вашим помощникам. Возле мокрой сосен страшно в лапы волку серому попасть. Я жила в Непо в 1952-53 и так далее, до 57 года. На моих глазах строилась эта гидроэлектростанция, будучи подростком. В 16 лет, значит, произошла такая интересная история. Наш спор. В 12 часов ночи я умудрилась забраться на эту трубу. Вот, зачем, сама не знаю. Ну, поспорили подростки. Кто залезет? Я залезла, туда-то лезть было очень весело. А спускаться страшно. Вот. Ну, и в то же время я давно мечтала, чтобы здесь был как бы туристический маршрут. Книгу Александра Невский и иконку. Сообщество – то, что привязывает человека к месту, чтит память. Это очень важно. Миша, спасибо вам большое, что вы поддержали, участвуете. Мы надеемся, что будете участвовать дальше. У нас 22 сентября стартовал очередной конкурс. И надеюсь, что теперь на конкретном примере все видят, что это все реально. Возможно, да, были некоторые препятствия, но тем не менее Миша справился, мы справились. И можно делать гораздо большие дела, значимые, которые позволят нам верить в то, что может быть лучше. Для того, чтобы сплотить народ. Видите, сколько пришло народу. А во-вторых, вообще это нужно для жизни. 26 лет мы здесь проживаем, это вот наш домик, поэтому мы здесь уже вот знаем. История нам, конечно, интересна. Очень хорошо, что Михаил создал такой стенд, на котором вот люди могут приезжать и знакомиться этому всему. Потому что, на самом деле, очень интересно, есть на что посмотреть. Это историческое место. Потому что вот нам, например, когда вот мы находимся у себя в огороде, находим остатки от железной дороги, от старой.
Вот, и поэтому вот мы своим детям, ну, как бы у нас ребеночек, мы даже рассказываем, ну, и подсказываем, что здесь было, и вот туда сейчас стоит, и говорит, как вот можно было на эту трубу залезть. Это тоже очень интересно, потому что сейчас мне, к сожалению, не попасть.